agressiva, mas acho que isso é uma mala. Как я уже говорил, что музеи сегодня бесплатные, где-то билет просто не нужен, а где-то билеты раздают. В этом музее, чтобы выйти, нужно будет вложить билет обратно в турникет. Ага. Это похоже земной шар, и температуры или какие-то там, не знаю, воздушные или какие-то, наверное, это не воздушные, а водные течения. Или может быть воздушные. Для начала вот тут сам музей. И территория рядом с ним. Карта. Вот карта. Just a map. Ага, я. Here, if we touch this one, we are here. Yeah, we are here. Yeah. I think this one is there. В общем, это часть Рио прибрежная. Сиди, элевейтор, спасибо.
он сам музей еще раз. Байкал Лейк. Но мой дом может быть около 2000 километров от Байкал. Кусочек красивый. На всех мониторах какие-то водоемы и небольшая информация про них. Водопады, озера, моря. Аргентина. Three country: Аргентина, Brazil and Paraguay. Yes. But yeah. Mexico. Yeah.
рельеф. Thank you.
tinha uma vaga mesmo com aquela. Ele Thank you.
There's a circle. And we have one room more here. You go there? What do you think? Cinema is the film is in the, you know, the top. This ball inside, one chin, and you have a look from the top. This. You can check this fast. Long. Use the elevator.